Эти песни все знают, и поэтому наши читатели, наши гости будут нам сегодня подпевать, нашим артистам. Нынешний концерт, в котором прозвучали песни из известных советских и российских кино и мультфильмов, не праздное развлечение, а часть важной работы с особенными детьми. Каждый месяц примерно у нас готовится новая программа, и мы стараемся отчитаться, сделать концерт, чтобы приступить уже к разучиванию нового материала, новых песен. Почти год в Центральной библиотеке Видного работает кружок «Колорит», который был создан на базе клуба «Дорога в жизнь», объединяющего детей с особенностями развития и их родителей. Если раньше ребята в основном практиковали рукоделие, то теперь их занятия стали куда интереснее. С ними работать одно удовольствие, потому что ребята очень добрые, ребята талантливые. И мы сначала вроде бы рисовали, устраивали выставки. А потом, когда у нас появился замечательный Олег Кондратюк, мы уже имеем возможность профессионально, так скажем, заниматься музыкой. Подобные музыкальные занятия позволяют детям раскрепоститься, раскрыть свои творческие возможности. Кружок «Колорит» был открыт в муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина, но посещают его дети со всего Ленинского городского округа. Когда мы встречаемся, такая отрада. Именно встреча, попели, пообщались. Вот, и в этом вот ценность этого кружка «Колорит», который был создан в совхозе. Помимо музыкальных номеров, участники кружка «Колорит» и клуба «Дорога в жизнь» участвуют и в театральных постановках. Творческая жизнь не останавливается здесь ни на минуту. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.